Всем привет, меня зовут Кирилл. Это будет видеоотзыв наш по поводу байдарки. Надувная байдарка Warrior Gigant. Данная байдарка была мной куплена с целью ознакомления с водным туризмом. В этом деле я новичок, поэтому мой выбор пал именно на нее. Плюсом я хочу отметить это надувное дно, самоотлив, очень широкие борта, которые не дадут новичку опрокинуться при сильном крене. Также при определении небольших порогов. Данная байдарка была куплена с Сенту, что планируется сплав в Карелию на спокойной речке и также спокойные пороги. Вот продемонстрирую ее устойчивость на воде. Конечно, если сильно перевеситься на эту сторону, на одну из сторон, что есть шанс опрокинуться, но очень маленький. Поэтому для новичка в этом деле идеально подходит. Очень хороший материал, очень хорошая сборка. Все швы проклеены идеально. Придраться абсолютно не к чему. Все необходимое идет в комплект. Это сидушка под пятую точку, также под спину упор. Все интуитивно понятно. В комплекте был набор для ремонта. Это клей с активатором, кусок ткани ПВХ для заплаток, ну и чехол. Магазин менеджер отработал очень хорошо, очень хорошая консультация, все объяснили доходчиво, что и как. Меня абсолютно все устроило, устроила цена, устроили сроки доставки. Нареканий абсолютно никаких нету. Также качество байдарки. Надувается очень быстро, все защищено, все клапаны защищены. В принципе, не знаю, что хочу сказать. Ходовые качества очень хорошие, очень уверенный, чувствую себя на воде. Несмотря на то, что это вообще первый раз, когда я сел в подобную лодку. Плаваю я на байдарке буквально 1,5 часа. И уже освоился, и никакого страха нету. Вот. В общем, люди, советую фирму-производитель Time Trial. Очень положительные эмоции от работы с ними. Очень хороший продукт. Поэтому, если хотите заняться водным туризмом, рыбалкой, охотой, просто для отдыха, берите, не пожалеете.